иногда я бегаю, но собаке это не нравится, поэтому в эти дни я беру с собой жену, которая держит собаку, а я бегаю вокруг парка, потому что собака не выдерживает темпа. Меня зовут Алексей, мне 46 лет, 5 лет назад я бросил курить. Ну, ключевым моментом, когда я считаю, что я не бросил курить, я перестал курить, для меня является именно активная пробежка. Я решил пробежать 5 километров на каком-то забеге. В километре на втором я понял, какая у меня чудовищная отдышка. В день, когда я бежал эти 5 километров злосчастные, вечером потянулся за привычной сигаретой, положил ее обратно, закрыл пачку, выбросил в мусорное ведро и понял, что я больше не хочу так жить. Моя жена с самого нашего знакомства всячески препятствовала в том, чтобы я курил. Конечно, такая активная забота, она, безусловно, была заметна мною, за что я ей безмерно благодарен.